but we didn't finish and we started. You know, okay. And you know, this Congress, Asian Congress, is very important before. Данный митинг в Узбекистане очень важен тем, что Азия очень крупный континент, и здесь есть свои нюансы, свои вопросы, свои проблемы. И посредством этого собрания мы анализируем эти вопросы и проблемы и смотрим, как можем мы помочь и сотрудничать со стороны ФИЖ. Вы знаете, что на прошедших Олимпийских играх Япония, Тайпэй, Корея, Китай взяли медали. Я надеюсь, в следующих Олимпиаде медалей будет больше. Вы знаете, дети азиатского континента имеют очень большой потенциал. Я надеюсь, что мы этот потенциал раскроем. На сегодняшний день ситуация следующая. В каждой стране, в каждом регионе есть свое определенное развитие гимнастики, есть свои таланты. Моя стратегия как президента Международной Федерации объединение. Объединение. Вот предположим, в Киргизстане есть определенные талантливые свои гимнасты, в Узбекистане есть свои. Есть талантливые гимнасты в России, в Японии и в Корее. Я хочу их объединить, чтобы они имели возможность тренироваться, бороться друг с другом. Я хочу, чтобы они соревновались рядом и тренировались рядом. Знаете, есть более бедные, менее бедные страны, но чтобы это никак не сказывалось на их подготовке.